Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это, если не ошибаюсь, туфли пришли. Заказывал на сайте AliExpress. Добирались сюда около 3 недель. Вот такие вот туфли. Выглядят они, конечно, очень дерьмово. Подошвы практически никакой нет. Немного запаха есть. Подошва вообще, по-моему, никакая резиновая. В общем, добрались они сюда быстро. Выглядят они гораздо хуже, чем на картинке. Есть немного запах, подошва хреновая, блин. В общем, очень недоволен я данной покупкой. Обычно, как правило, детские вещи на Алиэкспрессе довольно-таки неплохие. Но вот это ужасное и безобразное. Ссылку приложу в описании. Доставка быстрая, качество фиговое. На вид, как сами можете видеть, тоже не... Фигня какая-то полная. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.